Всем привет! С вами канал Enjoy PTV, и мы продолжаем странствия по путям от бесконечных путях. У нас остался один паёк. Эй! И теперь мы проверим, сможем затянуть еще этаж или нет. Но, возможно, это точно последний этаж будет. Просто либо мы сможем затянуть, либо нет. И пойдем сразу бить Редрика. Если сможем тянуть, затянем его и потом пойдем бить Редрика. На составляющий. Текс. Вперед. Уху, как вас много. Так, вот этого надо убирать первым. Потому что он нам будет портить кровь. Черт. Магия у них опасная. Ладно, давай перейди пока на ближний бой. Ты нам вблизи, наверное, больше пригодишься. Так, что это у нас? Наши ниши устланы соломой и пучками перьев и шерсти. В воздухе висит мускусный запах. Бей его. Вонючий, как-то зло, ничего нету, да? Фига себе, ты творишь. Ой, тут подъем наверх есть, то есть надо нам затянуть этот этаж и все. Сбегать в деревню, подготовиться и может либо сразу убить Редрика, либо в следующей части. Зависит от того, насколько легко мы пройдем. Ох, ты же, господи, боже мой. У нас там ничего нету, чтобы с ними бороться. То есть, либо только отдохнуть в последний раз и сразиться. Ты... бей туда. Так, давай сюда. Банзай! Отдохнут все, кто выживет. Урипов много прям. Так, перерыв. Ага. Блин, надо отдохнуть, у всех жизни мало. Знаешь, хранитель, я встречал везде, где бывал. А, знаешь, хранитель, я встречал везде, где бывал. Если Если с путешествиями у тебя не выйдет, всегда можно читать души за деньги. Консультировать людей, рассказывать им, из какой они семьи и кому должны мстить за прошлые обиды.
Подумай об этом. Побезопаснее будет, чем с чудовищем сражаться, усмехнулся Кана. А по накалу страстей то же самое. Это толстый тролль. В смысле, он не толстый, но... Ну, рукоятка. Украшенный. Эфес. Происхождение этой рукояти меча из... качественного металла. Неизвестно, но... не похоже, чтобы он был сильно поврежден воздействием окружающей среды. В общем, неизвестно из чего, но... крутой. Так, что это у нас? Щит. У нас дверь там. Хороший набор, но нам не нужен. Что там еще есть? Саурипы сложили в кучу монеты, поломанные ювелирные украшения и разбитые части изысканного украшенного оружия и доспехов. Господи, почему я читаю как так криво? Давай, оп. Оп. О, уровень. Оп. Записочка. Так, скейды больше нет. Я знаю, что Мерик сделал все, что мог. Мерик говорит, что назад возвращаться теперь смысла нет. Думаю, главное выбраться из этих руин живыми. Мы уже потеряли половину нашей группы, и я не знаю, как мы здесь выживем. Особенно без... Так, то я выживу, извините. Так, Скайда больше нет. Я знаю, что Мерик сделал, что мог. Мерик говорил, что назад возвращаться теперь смысла нет. Думаю, главное выбраться из этих руин живыми. Мы уже потеряли половину нашей группы, и я не знаю, как мы здесь выживем. Особенно без Скейда. Боги позволили нам выйти из кабинета с книгами. А, боги позволили нам найти этот кабинет с книгами. За этим за эти фолианты мы получим хорошие деньги. Нам не нужно двигаться дальше. Но эта печать... взволновала его кровь. Он уверен, что мы найдем и другие энгвитанские реликвии ниже. С каждым шагом мы удаляемся все дальше от верной добычи и заходим все глубже на незнакомую территорию. Не знаю, что на него нашло. Не могу перестать думать об Эдриге, о ее криках. Да. И вот. Оу, щит. Я вспомнил, что здесь за место-то. По-моему, нас здесь накостыляет, причем не слабо так. Это вот где нам предлагали сверху прыгать, мы упали сюда. Труп на краю бассейна скручен в муках своей последней агонии. Гниющие костлявые руки все еще тянутся к горлу. Да. В низкой смеси, в вязкой смеси крови и... крещей покачиваются конечности и органы. Кровавое месиво периодически полыхает в порыве ветра в туннеле над ним. Да. Так, надо ее прокачать-то. Нам механика нужна. Так. Модальная способность. Нет, бегство, нет. Грязная драка. На себя. Действие обычно попадает, становится критическими. Полезная вещь. Последний удар. Так, глубокие раны. Пассивная, что это? Ответный удар. Авантюрист ищет возможность для контратаки в бою. Атака в ближнем бою, которая нацелена на отклонение и промахи, имеет шансы на полный ответный удар. Активно только при использовании оружия. Нет. Авантюрист использует разные хитрые приемы, преобразуя часть своих обычных падов критически. Полезно. Ты на все равно на расстоянии сражаешься. Пассивки нам пригодятся. Да, если не ошибаюсь, это вот тут будет. Ну давай ты пойдешь. На краю большого зала в окружении толпы переговаривающихся царипов стоит массивная рептилия. Ее морда забрызгана кровавыми остатками недавней трапезы. Куски мяса еще нанизаны на кривые клыки. Ксаурипы тревожно перепрыгивают с надеждой, глядя на Дрейка, когда чудовище вызывающе расправляет кожистые крылья, касаясь колонн по обе стороны. «Да, да, еще жертвы!» Он коротко хлопает крыльями, взметая облако пыли. «Иди сюда, гном, ты будешь удостоен чести!»
Мне и тут хорошо, спасибо. Дрейк издает низкое рычание. Сюда, я сказал, сюда. Он шипит и рассекает когтями в воздух, заставляя одного ксаурипа отлететь в сторону. Оно перечит мне, глупая, маленькая, мягкая жертва. Ящерицы приведут ее, если жертва не придет. Да. Я думаю, твоя голова украсит стену моей крепости. Дрейк издает дребезжащий крик пренебрежения, который заставляет ксаурипов поднять копья. Меня это не трогает. Хозяин сделал меня господином здесь. Хозяин сделает меня королем здесь. Королю будут принесена жертва. Так. Мать моя, ваш сколько здесь? Сюда. Врубай. Давай сюда. Пассивка. Защитка. Надо бы Дрейка убить и всех остальных. Ёж, макарёш. Да, походу нас здесь напинает, причём не слабо так. Надо будет вылазить, пока мы еще не можем его одолеть. Слишком большая уровень. Разница в уровнях. Бум. Давайте, опа. Странно бежишь. Давай, бей его. Ты где, Эдер? Давай, выруби его. Каны нет. Этого нет. Это еще что-то пытается. Давай, Эдер. Да. Давай током его. Черт. Надо использовать было лечение. Ну, пошли на ближний бой. Так, паралич. Давай током. Чем дает максимальную выносливость, Питер? Давай, мы должны забить этого гада. Черт. Так, что ты можешь сделать? Все. Но, как я и думал, нас здесь напинали. Конечно, это все можно было размикрить как-нибудь. Но слишком сложно, слишком. Враг еще слишком силен. Не понял, в смысле? Загрузить бесконечный путь автосохранения. Я что, ни разу не сохранялся? Да не. Вот же есть сохранение. Я же несколько раз нажал F5 перед тем, как дальше идти. Но походу этот этаж... Блин, можно затащить? Я вот не знаю, только это надо подготовиться, прийти, напасть. Накастовать все. Че дает? Атлетика.
Ну там их слишком много. Тут тоже надо будет прийти сюда попозже, когда мы будем более крутыми. Побежали. Я думаю, можешь попробовать Редрика все-таки победить. Сейчас давайте сбегаем. Мать вашу душу. Кана, доставай свое ружье. Так, где-то была ловушка. Ладно, давай сюда. Не понял, что оно не сработало-то. Давай фигачь сюда. Это скелетов на спать, что ли? Нет, свое убью. Нагрелись, молодцы. Как-то вышло сложнее битва, чем я планировал. Выбили. Скелет завис. Нормально. Ну да. Делать нам здесь пока больше нечего. Мы сюда придем позже. Пока вернемся в Кайдну. Да, смогли опуститься только на 5-й уровень. Ну, вариант, я говорю, сейчас мы попробуем сбегать обратно в деревню. Купить припасы. Отдохнуть, купить припасы и вернуться к Редрику. Попробовать победить Редрика. Кто знает, может, мы осилим его в этот раз. Но, блин, мы прокачались, конечно, но этого недостаточно. Нам бы еще уровень поднять. Либо понизить сложность. В целом, я думаю, можно будет понизить сложность, потому что... Потому что... Мы больше занимаемся как изучением истории, а не битвами такими прям мощными. Или не понижать, чтобы у нас был вызов, а то, возможно, станет скучно. Ну, что-то построилось. Так-с. Купить. 3 дня. Ладно, пойдет. Дайте подумать. Понижать нам сложность или нет? Нужна кому-то эта история или нет? Прохожу я для себя или нет? Вот в чем вопрос. Все равно это сейчас никто не смотрит. Логично? Логично. Ты сейчас сам с собой разговариваешь. Логично? Логично, я знаю. Вряд ли кто будет смотреть у тебя. О, нас скелет преследует. Вот это бага. Давай мне нужны припасы.
Чё у тебя есть полезного? Ничего. Вот как раз все четыре. И чё я могу сделать? Продать всё тоже ненужное. Да. Почему нет кнопки продать всё? А то это выходит утомительно немного. Торговать. В общем, давайте так. Если кто-то смотрит, скажите мне, чтобы я не понижал сложность. Если никто не смотрит, тогда я понижаю ее и все. Для новичков партия ролевых игр с боями в реальном времени. Тогда сохраняем. Потому что если никто не смотрит, ладно, я просто пройду как для истории, дочитаю, доозвучу. Если вдруг кто-то захочет, что я повысил сложность, так напишет мне в комментариях. Но сомневаюсь, что кто-то напишет, поскольку эту игру уже прошли все вдоль и поперек, и вряд ли кто будет ее искать у меня на канале. Поэтому я ее пройду так, как считаю сам нужно. Правда здорово? Да. А если кто-то будет листать, будет думать, что я играю на нормальном. И возможно, пролистывая мимо этого видео, не заметят, что я снизил сложность. Вообще, выделяю, поставил бы самую простую. Чтоб... Блин, я не отдохнул. Ох, я молодец. Самую простую. Чтобы не испытывать вообще никаких сложностей, чисто пройти, прочитать ее. И все. Возможно, потом я также поступлю с другой сложностью, с другой игры. Со второй части имеется в виду. Хотя не хотелось бы ставить меньше сложность, но поскольку я испытываю затруднения с выбранным персонажем, мне ничего не остается. Он хиленький. Я сам не так себе. Но мы прокачаны более-менее, и сейчас перейдем сражаться с Редрика. Посмотрим, что из этого выйдет. Да. По крайней мере, статистика не покажет, что кто-то это смотрит. Так что... Как-то так. Давай, Редрик, не будем лишних слов. Почему вы выходите вперед, я не понимаю. Да, это мы читали. Так, атаковать давайте не будем заморачиваться. Сюда. Пока сюда, сейчас посмотрю, что из этого выйдет. Сюда. Пошли. А теперь давайте будем разруливать все потихоньку. Да, знаете, сложность капец роляет. Можно еще даже не париться. На этот. Его убили. Его убили даже на более низкой сложности. Глупый Редрик. Кастуй. И лечи себя потом. Ты давай, куда тут верховный маг? Топкай его. Ты чё отдыхаешь? Мы потеряли еще одного. Такс. Редрик. Чё ты стоишь? Бей его вот хотя бы. Так, сюда. Давай, покажи, Редрик, кто здесь главный. Мы не смогли, но может ты хоть сможешь. Ну-ка, давайте проверим. Бей!
Забиваем его, все. Чувствую, на... если бы я не снизил сложность, было бы то же самое. Редрик оказался для нас слишком силен. У нас нет танков, неправильное расположение, не понимаю, почему они стоят не так, как надо. О, ладно. У-у, полезное что-то. Гримуар Алату. В принципе, все. Взять все. Взять все. Взять все. Взять все. Взять все. Все, мы победили его. Скипетр, давай посмотрим. Первым делом, это меч двуручный, поэтому его отдадим сразу ему. У нас больше никто не использует. Маэточка. Скипетр хорошего качества. А он двуручный. Ведь... А, нет, нормально. Ага, волшебная палочка, это скипетр. Урон дробящий, колющий, дробящий. Точность 4.15, ага. Что такое? Ну, оп, волшебники. Дробящий, рубящий, а здесь колющий, дробящий. Но они, в принципе, ничем не отличаются по факту от того, что у него было изначально. Просто типы урона разные. Ну ладно. А, еще книжку хотел посмотреть. Что здесь нового? Ничего. Всякую стандартную фигню накидали. Все, мы победили. Ништяк. Но было сложно. Так, пришел Колш. Мы узнали, что ты выступил против Редрика и хотели тебя поддержать, но опоздали. Жаль, что я пропустил его последний огонь. Ну да ладно. Все кончено. Тиран мертвый, наш город может двигаться дальше, в лучшее будущее. Позолоченная долина будет вечно благодарить тебя. Я буду тебе благодарен, ведь ты сделал то, чего я не смог. Возьми из сокровищ Редрика любую награду, какую пожелаешь. Хотя, боюсь, никакая награда не достойна твоего подвига. Колш с улыбкой оглядывает тронный зал. Еще многое нужно сделать. Нужно послать гонца к Эрлу, конечно. Отменить эти чудовищные законы. Не думаю, что мы забыли о твоей помощи. Ты много сделал для нас всех. Позолоченная долина тебя не забудет. Давайте, ребята, нужно очистить зал. С этими словами Колс действительно идет к трону. Ну, точно, я же там не... еще одну комнату не обшарил. А, это прям выход к нему. И какие сокровища? Я тут вроде все уже обшарил. Забирай все сокровища. Я истребил эту всю богадельню. Ну, что, тут достроили, что ли, что это? А, нет. Бандиты унесли, вы заработали. Ну, немножко денег заработал. Ну и ладно. В принципе, мне они не горят. Смотрите, этот скелет прям преследует меня. Что-то какая-то бага прям. Я даже не знаю, что нам не делать. Кайдну пока мы не можем, но все, мы скорее всего на этом закончим. Пойдем уже дальше. Так, давай, подчини его, там у него вывих небольшой. Скоро ему станет легче. Потому что здесь мы все сделали, здесь мы все сделали, здесь вот мы все пока сделали все, что можем. Сюда мы еще вернемся, наверное, после того, как закончим с бухтой непокорности. Вот сейчас мы сюда дойдем и пока остановимся. Да. Вот, что у нас есть по квестикам? Задание. Отправиться в храм Вайдики. Исследовать бесконечные пути пока не смог. Не смог. Но это пока идет. Привести Эдера к Марвель на разговор. Так, теперь нужно найти другого, ага.
Ага. Ну, как мы видим, пока все. Пойдем дальше следовать. После того, как мы весь город вот этот... МЖ сказал. Вот это, как мы все обшарим и решим здесь проблему, мы вернемся опять в Кайдное, чтобы попробовать пробиться еще глубже. Пока так, так что всем хорошего настроения, всем пока.